Здравствуйте, это Елена Сигалова. Приятно. Гитарист, композитор, педагог. Расскажите, пожалуйста, немножко. Я преподаю гитару достаточно много лет уже. Я также являюсь официальным артистом компании Engel. Это компания немецкая, которая производит гитарные усилители. А также компания Ziggy Brown, тоже немецкая компания, которая производит кастом-шоп гитары. К сожалению, ни одна из этих компаний здесь не представлена. Вот. Но, тем не менее, я с ними работаю давно, сотрудничаю. Вы постоянный участник конференции НАМ и самой выставки на протяжении уже 5 лет, да? Скажите, еще больше. Ну, тогда это называлось «Музыка Москва», да, еще выставка. Вот. Но, в принципе, да. И сегодня вот мы узнали о том, что вы еще и соорганизатор, да? Я не то чтобы... То есть я не соорганизатор выставки, я организатор гитарного события, гитарного фестиваля, который называется Guitar Player Party. Этот фестиваль существует уже с 2006 года. И вот как раз именно 4, не то 5 лет назад мы получили от NAMM Music Messe Russia предложение провести наше событие как часть концертной программы выставки. Вот, так что наш фестиваль просто, то есть я как бы организатор ивента, гитарного фестиваля в рамках концертной программы выставки. А 3 года назад мы первый раз сделали также образовательную программу, то есть у нас теперь фестиваль имеет 2 ивента в рамках выставки. Один – это концерт на сцене, и один – это несколько семинаров разного совершенно профиля в зависимости от там запросов организаторов. На протяжении, получается, очень многих лет вы участвуете в выставке. И какие у вас вообще впечатления? Что нравится, что не нравится? Какие тенденции? Вы имеете в виду, вот сейчас про эту конкретную выставку спрашиваете. Но надо сказать, что... вообще, конечно, в целом... я не только в России в музыкальных выставках, да, принимаю участие. Вот, я и регулярно езжу на NAMM Music Messe в Германию, в Франкфурт. Ну, вообще, конечно, музыкальная индустрия сейчас не самые простые времена переживает. Это однозначно совершенно картина. И картина эта по всему миру такая, не только у нас. Вот. И, конечно, выставка становится меньше с каждым годом. Но это не как бы вина организаторов, потому что эта выставка – это зеркало того, что происходит в музыкальной индустрии. Да? То есть вот это отражает полностью то, что у нас вот, в музыкальном мире происходит. Но вот эта выставка в этом году, надо сказать, что оставляет, я второй день сегодня, очень положительное впечатление, потому что по сравнению с прошлым годом, например, очень удачно расположены стенды павильона, все очень компактно. Я вижу гораздо больше интерес к выставке среди людей. И гораздо больше людей, вообще, в принципе, больше людей на выставке. И люди активнее, они как-то подходят, они интересуются, спрашивают там и так далее. Вот, поэтому, в общем, в этом году мне выставка очень нравится, и я надеюсь, что все наладится. Получается, вы довольны публикой, довольны посетителями, все в этом плане хорошо, да? Да, очень позитивно все в этом году. Отлично, спасибо большое. У нас будет?